Неожиданно быстрое развитие получила история с отменой автобуса номер 240. Во вчерашнем выпуске программы мы рассказали о том, как дачники садового товарищества «Энергия-1» вынуждены добираться до своих участков 5 километров пешком. Причиной отмены рейса чиновники назвали неразбериху с балансодержателем дороги. Видимо, показанные в сюжете трудности дачников тронули представители областной власти. Уже сегодня на конечной остановке на улице Радищева появилось объявление о возобновлении работы автобуса номер 240. Люди переписывают расписание и обсуждают новость. Это замечательно, потому что люди, у которых дачи очень далеко, это им очень далеко. Это только до турбазы «Волга» 3 километра, а после турбазы «Волга» там еще очень-очень-очень много дач.